там оставим, да? А? Да. Подголовник там, да. А ты его не снял? Нет. Ну что? Нет, ты ж снимал просто. Да блин, это не так, что просто. А что там, пришито? Нет, не пришито. Просто уж плохо сидит. Угу. Надо давить и вместе с ним. Так. Давай перевернем в ту сторону, да, теперь сюда. Давай, давай, давай. Как мы его натягивать будем потом? Новый. А, его же из кожи сделать, он же будет из натуралки. Конечно, только натуралка. Только натуралка. Свежий выдел уже. Так. Мне нужно еще. Да ты не с самого интересного ты начал. Я начал с того, чтобы все за это самое запомнить, как оно будет. Для истории, блин. На, вот хочешь выколоть? Нет, я хочу уйти. Да? Да. Все уже. Я хотел сиденье посмотреть, позовешь. А? Хотел сиденье посмотреть, ну позовешь. Вот ну понятно. Интересно. Это самая вообще тупая деталь. Ну подголовник. Нет. Главное сгенерировать идею, да? Подголовник можно было вообще не трогать. Чего? Ты какой, коричневый хочешь? Коричневый. Будем коричневый все-таки делать, да? Или у нас другого кожзама нет? Нет, кожзама никакого нет. А, ну, вообще никакого? Вариант это. Велюровая. Серая-синяя кожа с синей клеткой. С перфорацией. Не, с перфорацией коричневый. Ну что начинаешь-то? Ну, блядь, что-то скажу. Кто думает, он, что я не думал об этом. Ну здесь кожа черная, она будет серо-синяя, и клетка будет не черная, а синяя. Понятно. Бля, я погреватель могу забрать. До Нового года? Ну да, что. Замерзнешь? Нет, есть еще. Ну как такая гениальная идея могла прийти под Новый год? Не там 9-го, не там 3-го там января, там проснулся. О, ужас. Да. Мне точно пора. Да. Ты все умываешь руки? Уже. Ну я не настолько настроен. Сиденье вот здесь вот, смотри, я думаю, они будут здесь прошиты. Вот, вот это надо понять, как мы будем утягивать. Ну я тебя позову. Насквозь нитка, да. Ты уговорил? Да, мне пока надо вот это вот все расковырять. Так что это может вообще на завтра останется.
пока меняем просто обшивку. Собираемся поменять, перешить под какой-то интересный цвет. В общем, первым этапом поменять обшивку, вторым этапом поставить автокресло с регулировкой посадочного места. Вместо обычного кресла. Все это, конечно, решаемо. Может, кто-то над этим уже задумывался, но боялся это сделать. А мы вот не боимся ничего. Поэтому и переделываем. Цена вопроса, бюджета вернее, 50к. Наценка на кресле за это будет нулевая. Просто для себя понять, можем мы это осуществить, кастомизировать или нет. Вот такие вот веселые идеи. Проекты на производстве. Ну и сразу же поменяем свет, поставим хороший. Вместо стандартных фонариков. И у нас совсем по-новому заиграет наша коляска, которую мы, кстати, будем после Нового года еще и перекрашивать. Она уже сейчас выведут ее в брак. А мы уже начали наши приготовление. Так что такие вот проекты веселые готовим на следующий год. Проклеено довольно-таки основательно. Сейчас вторую, а потом сиденье и спинку. Не знаю еще, на каком цвете все-таки остановится, что найдут. Но вроде бы как должна быть алькантара по центру. С материалом уже определились. Кто-то может сказать, непрактично, если попадешь под дождь, долго сушить. Ну, нам ведь самое важное — красота, индивидуальность.
ручная работа, эксклюзив, так сказать. Ковырялка, кстати, хорошо справляется, титановая, в действии. Ладонь, конечно, натрешь, водянку пока ты все разберешь. Ну, наверное, легче, чем отверткой колупать. Немного не тёрлось. Конечно, можно поставить какие-то там чехлы сверху, но чехлы можно будет поставить на любое сиденье, вид будет не тот. Вот обшить — это совсем другое зрелище. Прям край еще здесь. Так, три детали готовы. Осталось
Две. Тоже можно. Но не везде. Особо и немного там. Когда делаешь для себя, пихаешь больше скобок. Знаю, потому что уже перешивал себе кресло. У ребенка. Черная обивка только для выкройки. Печально, конечно, когда перешиваешь новое, когда старое уже не так жалко.
краска с титана-то. Вон как хорошо облазит. Так что лучше брать, наверное, не крашеный. Yeah.
Растрочено уже. Посмотрим, прошили это сегодня день или нет. Шили или нет. Мы сделали немного хитрее. Ничего не прошивал, сделали вот такие закладухи. Так, а вот здесь уже пришитое сиденье. Вот здесь вот уже нужно будет подрезать. Хотя нет, можно открутить. И все. Здесь завязано. Отрезаем. Отрезаем. И тут отрезаем. И вуаля. Все. А сиденье сейчас заматываем.
разбирать. Тоже пробито, что ли? Да, по парочке есть, даже тройка, четверка. Thank you.
Ничего себе, одна получается целая. За щелочки вытаскиваем. Тут то же самое. Хоп. Хитро, конечно, хитро. Там железная направляющая, в нее всовываешь, там ее расклинивает, и все, и вот она стоит жестко.